Гидравлические испытания – одна из основных процедур во время подготовки к отопительному сезону. Городские службы проверяют состояние инженерных коммуникаций, чтобы во время холодов самарцы чувствовали себя комфортно. На сегодняшний день специалисты проводят опрессовку тепловых сетей центральной отопительной котельной. Из-за этого до 11 июня горячей воды не будет в трех районах – Октябрьском, Советском, а также частично в Железнодорожном. Для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний синхронизировать процесс работ – первостепенная задача, чтобы сроки отключения воды у потребителей были минимальными. Информация доводится до района, до управляющей компании, то, что будет произведено гидравлические испытания и отключение. Тем самым сразу планируется работа управляющей компании, также ТСЖ, ЖСК, для того, чтобы организовать в этот момент эти работы, для того, чтобы подготовиться к зиме. Однако, иногда водоснабжение отключают на срок, превышающий заявленный. Зачастую это происходит по вине недобросовестных управляющих компаний, которые проводят собственную проверку и ремонт коммуникаций в доме без учета будущих или прошедших отключений. Первый заместитель главы города Владимир Василенко не раз отмечал, что опрессовки управляющих и ресурсоснабжающих организаций должны проходить синхронно. Начинает либо свои опрессовки проводить, или отключает на какие-то либо виды работ, не оповещая. Я коллег из районов именно попрошу вот это взаимодействие с управляющими компаниями наладить. Районные администрации совместно с профильным департаментом должны координировать работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Если регламент ими не соблюдается и срок отключения воды увеличивается, администрации районов вправе привлечь органы прокуратуры и государственную жилищную инспекцию для того, чтобы пресечь нарушения. Также необходимо и своевременно оповещать жителей о готовящихся отключениях, отметила заместитель главы железнодорожного района Ольга Анцева. В настоящее время на территории железнодорожного района у нас 6 многоквартирных домов, а одна поликлиника находится без горячего водоснабжения. Информация до жителей во время гидравлических испытаний у нас доводится через управляющие компании, через управляющих микрорайонов. В Самаре подготовка к грядущему отопительному сезону в самом разгаре. Так, в Советском районе от горячего водоснабжения отключены 621 дом, 14 учебных заведений и 33 дошкольных образовательных учреждения. В Железнодорожном районе после испытаний на центральной котельной будут отключены 230 домов, которые относятся к привокзальной отопительной котельной. Помимо проведения гидравлических испытаний, профильные службы и ресурсоснабжающие организации перевооружают тепловые сети города. В этом году обновят 15 участков теплотрасс, 8 из них уже на находятся в работе. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.